Ямальцев примут онлайн по вопросам ЖКХ. В городской общественной приемной партии «Единая Россия» со 2 по 6 ноября пройдет тематический прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Практика работы с обращениями граждан показывает, что как раз в это время у населения растут претензии и жалобы на ресурсоснабжающие и управляющие компании, на предоставление качественных услуг теплоснабжения. На вопросы ответят депутаты всех уровней, представители региональных департаментов, госжилнадзора, энергетики, сотрудники учреждений. Присоединятся и представители партийных проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя». Учитывая эпидемситуацию, в округе обращения будут рассматриваться преимущественно в дистанционном формате. Вопросы можно направлять заранее, до 5 ноября, в рабочее время.